что ж, мы продолжаем. Эти две прекрасные нимфы достанутся нам в качестве приза. Я был паршивым учителем, а он еще худшим учеником. Тупой и слишком упрямый, чтобы сосредоточиться на основах. И потому Альянс отправил его ко мне. Самые одаренные учились у более терпеливых магов. Мне же досталась эта бестолочь. По иронии судьбы, все эти молодые блестящие умы мертвы, и их наставники тоже, погибли, пытаясь защитить портал. И теперь, без сомнения, мир обречен. Боевых магов осталось слишком мало. Я посмеюсь, если последней надеждой Альянса станет он. Ага, я установил контакт с хранительницами Альянса через портал Хаоса. Хранительницы прочли все древние книги. У них можно будет разжиться магическими штуковинами. Так, это нижний этаж. А где еще одна дверь? Бегом, бегом, бегом. А, вот она, верхняя дверь. Так, посмотрим, что у нас есть в книге заклинаний. Так, это возьмем. Этого чуть-чуть. Этого, этого и этого. И правую ловушку возьмем. Где нам расставлять? Откуда они первый пойдут? А, вот они, откуда пойдут. Что, поставим на стену? Им это понравится. Стрелы. Да и все, я думаю. А, можно еще лучников поставить. Куда бы нам их поставить? Вот, прекрасное место. Служу Альянсу. Укажите мне цель. Служу Альянсу. Ну и все. Пойдем встречать их. Они прорываются! Неправильно я поставил ловушки. Что ж, надо исправлять свои ошибки. Помогать мне немного отстреливать боевых орков. Там присяда, я смотрю, дальше бегут. Там последний. Ой, вы убил. Это верно! Не подходит для моих. Ну, неплохо для начала. Подождем их здесь. Так. Прорвали они верхнюю дверь. Вот это печалька. Придется бегать туда-сюда. Вот я уже предвкушаю конец волны очередной. Все, всех отстрелили. Отлично. Так, нужно сбегать поставить ловушки. Поставим на стенке. Да, это что за дьявол такой? Ничего себе. Так, вон сверху еще один бежит. Не смогу я его свалить? Да! Ой, как хорошо. Так,
Пока есть время, нужно расставить ловушки. Ну, еще ну-ка испытайте эту штуку. И теперь мы поставим снизу. Так, куда будешь поставить? Это будет здорово. Неправильно поставил. Небольшой сюрпризик. Все, денег нету. Так, сверху пошли они. Эти арбалетчики идут. Кого-кого больше всего ненавидят этих арбалетчиков. Ой, попали. Пару хэдшотов. Сейчас еще с тесаком начнут прыгать у меня. Вот это хорошо было. Все на стены стрелы в действии. Вот, наконец-то. Так. Стоим здесь на всякий случай, чтобы быстренько вылезти, перескочить. Так вот, они все-таки пошли. Надо поставить еще лучников. Сейчас будет перекур. Поставим. Это вот три, это серьезно вообще. О, пора смываться. Ух ты. Так, отступаем. Ну-ка. Ох, как хорошо. Остальные стрелы основную часть как поубивали. Так, пока есть время, надо лучников ставить срочно. Кого подстрелить? Жду приказаний. Укажите мне цель. Готов служить. Служу и готов выполнить приказ. Все, денег больше нету. Так, отлично. Теперь спускаемся вниз. Отлично, заодно поправили здоровье. Так, бежим опять наверх. Так, там лучники смотрятся неплохо. Пошла толпа. Так, успеем, успеем. Так, и срочно бежим вниз. Успел я его остановить. Отлично. Ну это мелочь в сравнении с тем, что было. Ну, можно спокойно побегать, проставлять ловушки. Я думаю, здесь мы еще западню сделаем. Больно. Это для ваших мордашек. Остается у нас всего лишь 1000. Учения будут недолгими. И денежек не хватает. Ну что ж, выпускаем. Не можно сбегать наверх. Наверху и пострелять. Да, все-таки пошли наверх.
мне тут больше уровней поставлено. Так, а что здесь? Внизу одолевает враги-то. Я даже ничего делать не буду. Посмотрим, насколько они далеко вот смогут пробежать. Ух ты, ты смог проскочить. Так, вверху там были они. Ну вот и приходится бегать туда-сюда. Смог там они сверху пробежать? Навряд ли. Ну и здесь, наверное, смог поставить ловушку. А то все низ, да низ. Так, бежим вниз. Ой, эту сторону ломал. Какой здоровяк там лежит. Вверху, наверное, точно такой же. Так. Смотрим сверху, где он там. Так. Мне лучники должны помочь, один я не справлюсь с ними двойня. Так, вот остался чекятка. Так, уничтожаем арбалетчиков. Все-таки один проскочил. Бегут. Это все, что ты можешь? Отлично. Что ж, двигаемся дальше.